Посмотреть очередную 43-ю серию сериала «Красная зона» вы сможете в четверг, 29 апреля. В ней вы узнаете о том, как в «Красной зоне» катастрофически не хватает аппаратов ИВЛ. Елизавета Нарышкина пытается связаться с главой горздрава Заславским, чтобы выбить новую технику. Лариса Сергеева при этом злоупотребляет алкоголем. Сергеев не знает, как остановить супругу и просит помощи у Галаевой. Туридзе при этом предлагает Хлебникову провести совместную операцию. Он предупреждает о том, что его мучают головные боли. Бывшая супруга Хлебникова возвращается из поездки в столицу, где ей предложили работу в театре. Она мечтает уехать в Москву вместе с сыном. Кирилл знакомится с медсестрой «Красной зоны» Анастасией.